Здравствуйте. Ну что, хотите узнать, кто из наших участников сбросил большее количество килограммов? Вот и мне это интересно. Ну что, друзья, к взвешиванию готовы? Да. Молодцы. Сьогодні на підопічних Ігоря Обуховського чекає найприємніше тренування за всю історію щоденників схуднення. Все дуже швидко, все дуже легко і все на позитиві. Адже до наших учасників приєднається неймовірна гостя. Дуже приємна людина, життєрадісна, весела дівчина. Виглядить вона взагалі чудово, в отличній формі. Яка перетворить заняття спортом на мюзикл. 700 takes and takes one running. Правда, сразу улыбки появились. То, що заспівало, було класно, було веселіше тренуватись. І розкрий зірковий секрет ефективного схуднення. А чтобы вас поддержать, я пригласил к нам в гости певицу. Причем это девушка, которая сама смогла похудеть на 12 килограммов. И на нашей тренировке она расскажет, как же ей это удалось. Вона змусила всю країну аплодувати їй стоячи. Запальна та чуттєва суперфіналістка першого сезону «Х-фактора» Марія Рак підкорила сцену головного вокального шоу України своїм неймовірним голосом. Нещодавно вона ще раз вразила армію своїх прихильників. Дівчина вирішила раз і назавжди позбутися зайвих кілограмів. Довгі 9 місяців вона вела запеклу боротьбу із давнішньою любов'ю до смачненького. Жодного дня не пропускала тренування в спортзалі і перемогла. Маша схудла на 12 кілограмів і додала до свого вражаючого таланту ще й модельну зовнішність. І сьогодні Марія Рак розповість нашим учасникам секрет свого дивовижного перевтілення. Встрічайте, Маша Рак. Здравствуй, Маша. Привіт. Ну что, рассказывай, как это было? Так же, как и у вас. С трудом. Пришла поддержать вас, ребята. Ну что, будем работать? Конечно. А я смотрела X-Factor с Машей. Ну, у нее голос хороший был. Ну, она похудела и не узнала ее сразу. Маша, ты помнишь тот момент, когда ты решила худеть? Да, я прекрасно помню. У меня была очень длинная дорога к похудению, потому что однажды во время концерта я поняла, что я там прыгаю, танцую, а мой живот прыгает вместе со мной. Я ходила на йогу, я ходила в бассейн, я ходила в тренажерный зал. У меня каждый день были тренировки. Я ела только правильную еду, вообще ничего жареного, ничего сладенького. И за какое время ты сбросила свои 12 килограммов? Ну, наверное, месяцев за 9. Ну, так как у наших участников вес гораздо больше, чем у Маши, поэтому вполне нормально будет, если они за первый месяц, самый интенсивный, сбросят 8-10 килограммов. Ну, а дальше, друзья, все в ваших руках. Я дивилась X-Factor, когда Маша была в первом сезоне. Выглядит она вообще чудово, в отличной форме. Она умничка. Я трошки еще над собой попрацюю, отступать не буду. А мы переходим к нашей тренировке. И начнем мы, как обычно, с разминки. Заждались? Да! Ну что, подышим вначале. Глубокий вдох. Выдох. Колени присогнуть. Еще разок. Оп. И вниз. Легкий бег на месте. 700 takes and takes. Веселее, правда? Сразу улыбки появились. Машу Рак я слідкував за нею на X-Factor. Вона і тоді гарно виглядала, і зараз гарно виглядає. То, що вона заспівала, було класно, було веселіше тренуватись. Кстати, ви знаєте, що коли чоловік займається двигательною активністю, наприклад, біжить на дорожці і при цьому поє, це дуже хороший спосіб контролювати дихання. Отлично, колені вище. Оп, вже готові. І так, останавливаємося, руки перед собою, повороти корпусу вправо-влево. Маш, ну что, какая твоя любимая тренировка? Ты занималась плаванием в тренажерном зале, бегала. Ну, наверное, больше всего я люблю попотеть. Колено вверх, так, это как? Ну, кардионагрузочка. Кардионагрузочка. Бег, прыжки, скакалочка. Маш, ты пыталась до этого худеть? И почему у тебя сейчас именно все получилось? Ну, я всю жизнь, сколько себя помню, я худела, потому что... Ну, как бы склонна, наверное, к полноте. Ага. И на самом деле я счастлива, что...
У меня такой организм, и мне нужно придерживаться правильного образа жизни для того, чтобы держать себя в форме. Когда я вообще пришла на проект X-Factor, для меня открылись комментарии. Комментарии людей, все там и писали, что я и жирная, и что мне не место на сцене, и я корова, и свинья, и все такое. Вот, конечно же, срабатывала самозащита. Вот я говорила, что пусть говорят, что хотят, я люблю себя такой, какая есть, и вам того желаю. Но потом я поняла, что это далеко не правда, и я не люблю себя такой, какая есть, потому что была постоянная внутри борьба с собой. Как у меня получилось? Спорт, еда, да и вообще мировоззрение. Просто, понимаешь, раньше это так, надо похудеть срочно. И я быстро достигала результата, но совершенно не чувствовала какой-то... Эффекта? Какого-то эффекта, да. Итак, сгибаем правую ногу, проверим, как с балансом. Так. У тебя в жизни баланс есть? Видишь, какой баланс? Я достаточно расшатанная личность, и порой мне очень сложно собраться в кучу. Но все же хорошая моя сторона перевешивает. Но она вообще вся такая живая, вся такая позитивная, она аж светится. И вот с ней вся тренировка, когда проходила, намного легче. Все очень быстро, все очень легко, и все на позитиве. Маш, как тебе удается не набирать вес снова? Ну, теперь просто я после того, как вдруг случаются срывы, я потом их отрабатываю. Я понимаю, что все, что вложилось, оно все само понятно. Не уйдет. Его обязательно нужно сгонять. Ну что, разминка закончилась, мы разогрелись. Первая комбинация. Что мы делаем? Мы будем делать 3 удара рукой. И на 4-й счет мы будем прыгать, менять стойку. Во время прыжка нужно прыгнуть, самортизировать и немного присесть вниз. Удары руками должны быть мощными и резкими. Прыжок. Прыжок. Все понятно? Да. Поехали. И раз, два, три. Оп! С каждым разом все резче и резче. Хоп! Раз, два, три. Хоп! Что-то не слышу какого-то как-то улыбки энтузиазма. С ваших лиц поубавились. Первый совет – это не сдаваться. Например, я сделала как? Вырезала из журнала красивую фигурку модели, приклеила туда свое лицо, повесила на холодильник. Спустя там полгода я уже была очень похожа на ту девочку, которая была на холодильнике. Последний. Оп, оп, оп. Оу. Есть. Разминочка продолжается. Гантели опускаем. Ой, я думаю, следующее упражнение вряд ли покажется вам разминкой. Что мы делаем? У нас планка. Нет, это будет не просто планка. Это будет суперпланка. Мы будем опускаться на локти и подниматься вверх. Правая вниз и также с правой вверх. Вы готовы? Ну тогда уже стоим. Вы готовы? Да. Раз. Подъем. Два. Подъем. Правая вниз, правая вверх. Игорек, посмотри, девочка делает. И еще один для тебя. Ты один сочканул. Давай. Оп. Я за вас делаю 15. Вот. Быстро поднимаемся. Ребята, вверх. Давайте, не сдавайтесь. Дуже приятна людина на стыке. Сегодня она показала себя жизнерадостна, весела девчина. Старалась нас підбодрити, підтримувала, робила разом з нами вправи, робила дуже гарно. Молодець. Второй блок, второй подход. Приготовились. І раз, два, три. Раз, два, три. Юлечка, молодець. З кожною тренувкою все лучше і лучше. Прес, напряжен. Два, оп. Прес, напряжен. Два, три, присесть. Оп, оп. Резче и последний, самый мощный. Дальше делаем только прыжки. Оп, оп, оп. Нужно сделать 20 прыжков со мной. Раз, два, три, четыре. Игорек, ты сделал 20 раз? Не верю. Давай, еще 5. Поехали. Давай, 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 давай. Молодец. Маша всегда там подбарла. Давай, давай, еще быстрее, сильнее. Я сначала стеснялась. Ну, потом подумаем, что это такое. Хотелось укладываться больше, когда Маша подбадривала. Опускаем гантели, делаем вдох, выдох. У нас сейчас будет работать левая рука, поэтому мы из положения планка опускаемся на левую руку, поднимаемся вверх
и делаем через левую руку это движение 10 раз. Лично я уже 2 сделал. Поехали. Оп. Вверх. Оп. Вверх. Еще, 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 еще. Оп. Последние 2 раза. Все вместе, синхронно. И оп. Вверх, вверх, оп. Вверх, вверх. Отлично. Поднимаемся вперед. Ставим левую ногу впереди. Дальше у нас будут удары ногами. Мы делаем 3 удара левой ногой. Прыжком меняем стойку и то же самое в другую. Классно. Обалдеть. Как вы себя чувствуете? Просто. Отлично. Скажите, после того, как начнешь, уже все намного легче дается. Правда? Правда? Все неудачи, связанные с моим прошлым похудением, связаны с тем просто, что я никогда не доводила ничего до конца. То есть я посидела там на диете, чуть-чуть позанималась спортом и обратно расслаблялась. То сейчас это у меня уже образ жизни. Удар. Раз, два, три. Прыжок. Оп. Раз, два. Мощнее. Три. Оп. Раз. Маша, бывают моменты, когда ты на ночь хочешь наесться, съесть что-то вредное на ночь. Что ты в эти моменты делаешь? И делаю так, иди от меня, эта мысль, я не буду есть на ночь. Нет, на самом деле я иду и пою. Ага. Да, для меня спасением есть моя музыка. Надеюсь, вы тоже найдете удобный способ для того, чтобы отказать себе. Ходите кушать, пойте, готовьте еду, кормите ей окружающих. Только не ешьте сами на ночь. Так что, дорогие друзья мои, если вы хотите наесться на ночь, этот соблазн настолько велик, отбрасывайте его сразу, идите пойте, идите в душ и пойте в душе. Душа развернется, и вам ничего не нужно будет, кроме музыки. Когда вечером бегаю, так, в наушники, вперед, поешь, бежишь. Попросила мужа записать мне музыку, так он мне записал. Хард-рок, теперь бегаю. Такая, ух, хорошая музыка. Отлично, а у нас следующее движение. Ваши любимые отжимания. Yeah. Я думаю, Маше они тоже нравятся. Парни отжимаются с носков у нас уже. Девушки с колен. Итак, локти в стороны. Опускаемся вдох, на выдохе подъем вверх. Смотри направо, посмотри. Давай, давай. С носков девочка отжимается. Игорек. Ну давай, сделай 5 раз, пока никто не видит. Раз. Давай вместе со мной. Не два. Смотри, какая у тебя двойная давай, поддержка. Давай. Три, да. Еще 2 осталось. Последний еще раз. Еще один. Давай, давай. Сможешь. Вот так. Вот yes. Это красавчик. Молодец. Давай, пятерик. Я понимаю, насколько ему тяжело с таким весом, но он 7 потов сходит, но он все равно делает эти отжимания. И мне прям, я прям чувствовала, как ему сложно, поэтому всячески хотелось его приободрить. Левая впереди. Руки подняли вверх, немножко отклонились назад. Мощные удары. Раз, два, три. Прыжок. Раз, два, три. Прыжок. Еще раз. Бывает такое, что хочется все бросить. Ну, все равно делаешь дальше. Ну, конечно, должен ты сам себя мотивировать, но, ну, думаю, там родные, там друзья должны тебя тоже поддерживать. Осталось 2 раза. Оп, оп. И последний. 2, 3, прыжок. Опускаемся вниз. И без пауз делаем 15 раз. Оп. 2, 3, 4. Я вообще не люблю отжимания, но... Для того, чтобы вот ребятам опять-таки дать пример, для того, чтобы им их приободрить, я вот отжималась на полную. Сегодня на вашей передаче эксклюзив я отжималась в планке. 13, 14 и последний. Игорек, сколько раз сделал? 1. Ничего, не расстраивайся. Главное, настрой. Поначалу очень тяжело всем. Двигаемся дальше. У нас осталось последнее упражнение. Это будет пресс. Его мы будем делать на коврике. Маш, у тебя есть любимое упражнение для пресса? Ну, наверное, нету любимых упражнений для пресса. Но я покажу эффективное, которое давай. Я считаю. А мы его сделаем. Итак, друзья, это очень просто. Главное в это поверить. Погнали! В общем, нужно подняться и потянуться к голени, Игорек. И сделать это прямо сейчас. Вы тоже вместе с нами. И... Оп!
Что изменилось в твоей жизни после того, как ты похудела? И ты знаешь, первое, что это свобода чувств, конечно же. Потому что раньше я не могла подобрать себе одежду. А теперь для меня сплошное удовольствие ходить по магазинам, выбирать то, что мне нравится. Для меня сплошное удовольствие принимать комплименты. И, конечно же, распирает гордость за себя. Більше уваги вона звернула на молодого Ігоря нашого. Він вже трохи, як кажуть, опустив руки, і йому важко, і він думає, що з того нічого не буде. А Маша якраз його так підбадьорила, що він сьогодні робив управи набагато краще, ніж деколи. Ну что, наша тренировка подошла к концу, и в конце, как обычно, нужно растянуть наши мышцы. Поднимаемся вверх. Сгибаем левую ногу, забрасываем ее на колено и присаживаемся вниз. Руки в стороны. Отлично, меняем в другую сторону. Во время заминки, растяжки не задерживайте дыхание. Руки в замок, поднимаем их вверх. Опускаем руки вниз. Выдох. Круг плечами. Руки за спиной в замок. Отводим плечи, прогнуться назад. Молодцы. Ну что, наша тренировка подошла к концу. Маша, что бы ты хотела пожелать нашим участникам? Ну, конечно же, не сдаваться. Даже при достижении результата никогда не игнорируйте тренировки, потому что вес этого очень любит. Он очень любит возвращаться. Маш, спасибо, что пришла и поддержала наших участников. И вам спасибо большое. Трудитесь, ребятки. Спасибо. 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 А у нас теперь взвешивание. Посмотрим, у кого на этой неделе лучший результат. За тиждень Юля схудла на 1 кілограм, що дорівнює 1% від її ваги на початку тижня. Загалом за час участі в проєкті жінка позбулася 7 кілограмів зайвої ваги, що відповідає 6,6% від її стартової маси тіла та потоншила на 11 сантиметрів в об'ємах. Та я вроді і так викладалась. Ні, ну, звісно, я там посмотрела. Я ж немного збросила, скільки там збросила. Фігню. Учитывая то, с каким старанием Юля тренируется, я планировал увидеть более внушительные результаты. Пока не знаю, в чем причина, но обещаю, что на следующей неделе мы решим проблему, и Юля со всей силы ударит по лишним килограммам. За 7 дней Галина позбулася 3 кілограмів, що відповідає 3,1% від її ваги на час останнього зважування. Загалом учасниця схудла на 7 кілограмів, що означає 6,9% від її стартового показника та стала стрункішою на 14 сантиметрів. Галін результат замечательний. Я не знаю, в чому діло, в тренувках или в танцях, на которых она зажгла. Но Галя действительно просто преобразилась. О, ще треба працювати і працювати над цим. І не думати, що це останній тиждень. Цих тренувань. Треба працювати і тренувати, і тренувати. Юля за останні 7 днів теж скинула 1 кілограм, що відповідає 0,9% від ваги попереднього зважування. За 3 тижні тренувань учасниця схудла на 5 кілограмів, що дорівнює 4,3% від її ваги на початок проєкту та стала стрункішою на цілих 26 сантиметрів. Ну, мотивація у всіх залишається мотивація. У кожного є свій мотив, у кожного є якась своя ціль, і всі потихоньку йдуть к цій цілі. З Юліним весом збросити за неділю тренувань 1 кілограм – це дуже мало. А вона повинна зібратися і взяти себе в руки, іначе победа в фіналі їй не світить. Здається, цифра 1 заворожила наших учасниць, адже з часу останнього зважування Людмила втратила теж всього 1 кілограм, що дорівнює 1,1% від її ваги на початку тижня. Та загалом змогла позбутися 5 кілограм, що відповідає 5,2% від її стартової ваги, а це мінус 9 сантиметрів в об'ємах. Ну, поки покращення я ще не чую, хочеться тут похудати більше, ніж сідниці. Я люблю, коли сідниці гарні в жінки. Я недоволен результатом Люди. Тепер я не бачу ентузіазму ні у мами, ні у сина. Ігор, як і мама, схуд за цей тиждень на 1 кілограм, а це 0,9% від його попереднього показника. Загалом хлопець став стрункішим на 5 сантиметрів, що дорівнює 4,5% від його ваги на початку проєкту та потоншим на 17 сантиметрів. Ну, в зеркалі, ну, не знаю, в зеркалі не бачу нічого ще. Такого, що його все помінялось. Надеюсь, що вийде у мене все. Збросити 1 кілограм за неділю – це дуже погано показатель. Я вважаю, що Ігорьку не вистачає мотивації.
Ігор Місевич за третій тиждень тренувань схуд на 3 кілограми, що відповідає 2,7% від його ваги на початку тижня. Загалом експерт найсмачнішої рубрики втратив 5 кілограмів, що дорівнює 4,3% від першого показника зважування та став стрункішим аж на 20 сантиметрів. Мені стало більш комфортніше і зараз на даний момент я не думаю зупинятися на досягнутому і до кінця слідуючої неділі планую ще скинути якісь кілограми і далі займатися, вести здоровий спосіб життя, і займатися. Вот это другое дело. Місевич молодец. Как оказалось, что если убрать из режима питания все лишние перекусы, то вес начинает уходить. Это еще раз доказывает известную истину, что все эти разговоры в стиле, что я поправляюсь от воздуха или от воды, а не от еды, это все отмазки и нежелание признать то, что вы питаетесь неправильно. Ну что ж, неплохо, но впереди у нас 7 дней для того, чтобы улучшить свои результаты. Предлагаю на следующей неделе выложиться на все 100%, чтобы потом было чем гордиться. Поэтому на этих выходных нам следует хорошо отдохнуть. Ваше домашнее задание на выходных – сделайте наш 10-минутный комплекс и обязательно дополните его прогулкой на свежем воздухе. Так вы наполнитесь новыми силами и отдохнете, а значит и килограммы будут уходить легче. До понедельника. Пока! Пока!